Всем еще раз привет. Мы сегодня возвращаемся к теме упора сидения. Я катался какое-то время на 600-м, на 600 ньютонов. И был момент такой, что вот эта крышка посередине, она так приподнималась, и было там, ну, прям до вот такой стадии, что казалось, что туда пальцем просунуть становилось вполне себе реально. Конечно, такая ситуация, она как-то стимулирует кого-то что-то туда пихать. Мне она не нравилась. Ну и плюс сидушка выгибается постепенно. Решил все-таки отказаться от той катапульты. Хотя по эксплуатации мне она очень нравилась. То есть ты ключом так поворачиваешь, и она сама поднимается. Это сам процесс мне очень нравился. Как сейчас работает двухсотка? Мы нажимаем на ключ, она просто отщелкивается. И... ну вот, она не держит ни одно промежуточное положение, падает. Но в крайнем ей хватает усилия. Это двухсотка фирмы, я уже не помню. В первом обзоре на эту тему как раз этот вариант я и нашел. Значит, в верхнем положении вот держится довольно стабильно. Сейчас даже специально нашел небольшой уклончик. Скутер с задратым передним колесом. И, ну, ветерок небольшой есть, но оно держит. То есть, в принципе, двухсотки кому-то может и хватать. Но мне не нравится ситуация, что вот ты задеваешь, и она опускается самопроизвольно. Родная, напоминаю, на 250 ньютон. И сегодня я буду менять на трехсотку. Нашел трехсотку, и с ней такая забавная история. Значит, по каталогу. Мы смотрели, по каталогу смотрели, разные варианты были. Наиболее подходящий по размеру и по силам, это вот нашлась трехсотка на 300 ньютонов. И это фирма Фэби. Фэби вроде тоже немцы, вот на наклеечке тоже видно, что Германия. Да? Фэби, каталожный номер газового упора 409-08. Тот, что я конкретно ставлю. Но внутри, как вы видите, та же самая фирма, которая была изначально установлена на Хонде от фирмы Stabilus. Но каталожный номер уже не совпадает. Может быть, кому-то будет легче найти. Каталожный номер по Stabilus получается 5166MB 0300N 217/20 BB03. Сейчас увидим, как он будет в деле. Как устанавливается газовый упор, можете посмотреть в первом видео. Итак, переходим к тестированию трехсотки. Чем она отличается у нас? При открытии ничего не происходит с багажником, кроме как отщелкивания замка. Нет эффекта, как у шестисотки. Смотрим дальше. При небольшом импульсе сиденье уже поднимается, причем скорость не как у шестисотки там, да, которая уже можно сравнивать с катапультой. Это здесь просто абсолютно адекватное поведение седла, которое меня устраивает на 100%. То есть само по себе, вот даже мы его пытаемся опустить, оно только в крайней точке успокаивается. Если оно чуть-чуть приподнялось уже, будет доводить. По-моему, результат идеален. Всем спасибо, до новых встреч.